Психологические травмы, трудоголизм, физические повреждения, возрастной кризис, неразрешенные проблемы, адаптация. В жизни каждого человека бывают моменты, когда особенно нужна поддержка. Если вы понимаете, что не можете самостоятельно справиться с тревожными состояниями, депрессивным настроением или навязчивыми страхами, обратитесь за консультацией к психологу. В психоневрологическом диспансере на базе обособленного подразделения Щелковской больницы в городе Фрязино открылся медико-психологический кабинет. Прием ведется бесплатно по полису ОМС медицинским психологом Ириной Пономаревой. Когда люди приходят ко мне в первый раз, они обычно там либо грустные, у них апатия, депрессия, тревога, панические атаки какие-то присутствуют. Да, но с каждой нашей встречи, консультации, они чувствуют себя намного лучше и более счастливыми. То есть понимают, что в любой проблеме, любую проблему можно решить, а при этом не используя какие-то медикаментозы лечения. Для лучшего качества жизни мы должны уделять должное внимание своему психическому состоянию и активно заботиться о нем. Не следует стесняться обратиться за помощью, когда это необходимо. Не стоит бояться психологов, поскольку вся работа, вся информация, она будет конфиденциальной. Не всегда может помочь совет друга, подруги, либо родителя, поскольку не всегда эти люди могут понять суть проблемы данного человека. И психолог — это как раз тот специалист, который может выяснить причину этой проблемы и попытаться вместе с ним разрешить, совместно с этим пациентом. Помимо консультации и терапии, здесь можно получить заключение экспериментально-психологического исследования. Записаться на прием в медико-психологический кабинет можно самостоятельно по единому номеру 122 или через портал госуслуг. Евгения Корытько, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.